Нужно брать всю ответственность на себя. Нужно брать жизнь полностью в свои руки. Я работаю на себя. Это мой проект. Блин, да я не заработал все эти деньги на опционах. Вот эти вот все 20 тысяч долларов я не на опционах заработал. Дальше. Очень шикарный доход я получаю от партнерской программы. Это мой бизнес. Я выстроил весь свой бизнес так, чтобы было очень много источников дохода. Вот и получается хороший заработок от 30 тысяч долларов в месяц, понимаете? Сейчас я читаю Стивена Кови, читаю его уже второй раз. Уоррен Баффет читает 8 часов в день, представляете? 8 часов в день. Есть, кстати, такое высказывание: у богатых людей большая библиотека, у бедных людей большой телевизор. Я консультирую по поводу всего, по поводу заработка, по поводу инвестиций, по поводу мотивации. Так что думаю, все у нас получится. Я еще хочу запустить одну рубрику в Ютубе по поводу обучения, по поводу того, как нужно менять свое мышление. Думаю, все будет очень классно. Всем привет! Сегодня будет чисто спонтанное видео, будет разговорное видео. Буду обсуждать последние новости, последние ситуации. Также будем говорить, буду вам рассказывать о своем канале, какие у меня цели, какие у меня проекты. Досмотрите видео до конца, потому что я вот затрону самые главные проблемы и попытаюсь как-то донести вот тем людям, которые немного не понимают концепции моего канала, что я преследую, какие цели я несу. Самое главное, да, чему я учу людей, это брать ответственность на себя. И я очень рад, что у меня много таких подписчиков. У меня самые адекватные подписчики, потому что люди, вот когда я начинал, такой ситуации не было. Люди критиковали, говорили: ой, это все херня. И теперь я начал преподносить информацию немного по-другому. Я начал обозревать книги, я начал делать мотивационные видео, потому что я хотел достучаться до людей и объяснить, как нужно жить, как это делаю я. И все рассказываю на своем примере. Брать всю ответственность полностью на себя. Всю ответственность за свою жизнь. Никого не винить, никого не хейтить. Раньше вот я тоже был как все, снимал видео, критиковал там всех. Этого делать не нужно. Я понял, что зачем это делать, если можно вот это вот время потратить на себя, если можно потратить это время на себя с пользой, если можно записать какое-то полезное видео, чем кого-то критиковать. От этого будет намного больше пользы. Никого не вините в своих неудачах, ни правительство, там, ни меня, ни еще там кого-то. Вы за все несете ответственность. Вы принимаете решения сами. Вы можете всех послушать, но решение-то будете принимать вы. Вот чему я учу своих людей. И я очень рад, что у меня есть такие люди, которые все абсолютно понимают и говорят: не нойте, люди, пожалуйста, не нужно ныть. Потому что за свою жизнь вы в полном ответе. Не я, не кто там, не президент, только вы, пожалуйста. Вот основной посыл моего канала. И вот о чем я учу, да, в своих видео. Теперь по поводу последней сложившейся ситуации, по поводу хейта, хейта рынка, потому что там у кого-то что-то не получается, потому что кто-то там записывает какие-то непонятные видео, там у человека не получилось, ему там что-то заблокировали, и все. И он будет говорить, что все это неправда, вот все, вот такое все плохое, винит всех, кроме себя, да. Я никогда не стоял в стороне от этих всех проблем. Если есть какие-то проблемы, я их всегда поднимаю. Посмотрите у меня на канале видео, я по поводу брокеров, да, если какой-то косяк был у Бинома, я взял жестко и обосрал Бином. Если какой-то был косяк у IQ Option, я обосрал IQ Option. Если какой-то был косяк у Олимпа, например, по поводу того же одного пункта, я все это обсуждал, я все это критиковал, я пытался до них достучаться. Я писал в поддержку, я все это делал. А вот эта вот борьба вот этих вот людей, которые винят всех, и тех, которые полностью берут ответственность за свою жизнь, она будет всегда. Я вот абсолютно открытый человек, я там ничего не замазываю, не замазываю какие-то свои счета, вы все можете видеть. Посмотрите мой канал, пролистайте, вы видите, как я путешествую, вы видите, как я раньше жил. Да вы все видите, вы видите мои фотографии, мои видео, я абсолютно открыт. В последнее время начали встречаться такие вот особые бредовые комментарии, вот что это там не моя квартира, что все видео тоже не мои, я как-то это там все подделывал, у меня было много денег, я специально переехал в дыру, жил в дыре, снимал видео, то есть вот так вот это все, деньги там не настоящие, а если и настоящие, то эти деньги мне кто-то дал, вот сейчас я вот сижу на своей квартире, нет, это не моя квартира. Ну такие вот, блин, мне просто аж смешно. И знаете, там человек выкладывает видео, где жалуются, где все хейтит, и там, понятно же, собирается такая аудитория, и вот пишут вот такие вот комментарии. Сейчас вот я сижу на своей квартире, видите, курточка. У меня даже негде повесить куртку. Ну, потому что я не купил, у меня нету гардероба, у меня нету вешалки. Вот я еще вот как-то не доходят до этого руки, понимаете? Это не значит, что у меня нету денег. А, все, у него нету вешалки, вот у меня курточка висит на стуле, все, у меня нету денег.
у меня там какие-то дырявые обои, все, значит, я не зарабатываю. То есть, если у меня нету на это времени, там, те обои, блин, заменить, это не значит, что у меня нету денег. Вот, по поводу денег. Вот, видите, деньги, вот. Людям нужно показывать деньги. Люди говорят, это не настоящие деньги. Мы тебе не верим, покажи мне деньги. И знаете, что я понял? Вот, деньги, смотрите. Вот, 10 тысяч долларов, здесь 10 тысяч долларов. Вот, смотрите, проверяйте счет, или это фальшивые деньги. Вот, проверяйте все. Не знаю, вот, смотрите. И знаете, что я понял? Как бы ты не доказывал это людям, они все равно не будут в это верить. Все равно. Вот такое мышление у человека. Вот он привык везде докапываться, везде всех винить. Ну, что сделаешь? Моя задача вот как-то повлиять на людей, да, изменить мышление. И вот моя аудитория уже это понимает. Она читает книги, она как-то развивается, она на правильном пути, чем вот те хейтеры, которые привыкли винить. Люди, вы так ничего не добьетесь, пожалуйста, измените свое мышление. Люди тебе скажут, не верю я, что у тебя есть деньги. Я показал деньги, по-другому никак, вот приходится показывать деньги. Может кто-то говорит, зачем ты деньги в видео показываешь? Потому что люди никак тебе не поверят. Хорошо, знаете, показал деньги в видео. Они говорят, покажи, как ты снимаешь. Показал, как я снимаю. Они говорят, ну это не твои деньги. Это тебе как-то дали в долг, чтобы ты просто показал. Это ты там что-то рекламируешь. По поводу того, что я что-то рекламирую, я работаю на себя. Это мой проект, это мой бизнес. Понимаете? Я ничего не рекламирую. Я ни от кого, ни с кем никаких контрактов там не подписывал. Я работаю на себя. Что я хочу, то и делаю. Понимаете? Люди спрашивают, вот откуда там такие деньги? Люди думают, вот невозможно такие деньги, например, заработать на опционах. Блин, да я не заработал все эти деньги на опционах. Вот эти вот все 20 тысяч долларов я не на опционах заработал. Кто вам говорил, что я их заработал на опционах? На опционах я сейчас зарабатываю, я не знаю, наверное, 30%, даже меньше 30% основного моего дохода. Основной мой доход — это крипта сейчас пошла, сейчас очень выстрелила крипта. Я так закупился криптой в свое время, теперь она в 3, в 4 раза, в 5, в 10 некоторые криптовалюты выстрелили, понимаете? Дальше, очень шикарный доход я получаю от партнерской программы, это мой бизнес. Дальше, я еще получаю других инвестиций, я делаю новые проекты, я деньги инвестирую в что-то, деньги не должны лежать. Вот этому я учу своих подписчиков, понимаете? И вот в сумме и получается у меня очень хороший доход, который я вот могу выводить, снимать, ходить в банки, снимать. Никто вам не говорит, что эти деньги все там заработаны чисто там на Олимпе или там на Биномо или еще где-то. И вот когда у меня начали появляться деньги, я их начал инвестировать. Только на одном биткоине заработал 35 тысяч долларов. Понимаете? На лайткоине. Сейчас лайткоин вырос в 10 раз. То есть он сейчас 300 долларов. 300 долларов! А я покупал его по 30 и по 70 и по 80 я его покупал. То есть в 3 раза. А когда он был 30, в 10 раз вырос. Вырос лайткоин. То есть когда я вложил там 10 тысяч долларов или 5 тысяч долларов, эти инвестиции выросли, блин, в 10 раз. То есть, вы понимаете, как можно зарабатывать деньги? И вот на этом строится мой заработок. Дальше, по поводу того, зачем я занимаюсь, если я так могу зарабатывать, зачем я, например, ставлю партнерскую ссылку? Вот были вот такие вот вопросы. Потому что это пассивный доход. Сейчас в партнерской программе у меня получается зарабатывать больше 200 долларов в день. Вы представляете? На абсолютном пассиве. Это мой заработок, я не скрываю это. Я вам все рассказываю, я абсолютно для всех открыт. Дальше, потом инвестиции, партнерская программа, дальше с Ютуба. У меня с Ютуба получается сейчас до 1000 долларов в месяц. Если я столько зарабатываю, так что мне, отключить рекламу, да, в Ютубе, отключить монетизацию? Зачем? Если это просто халявная 1000, которая мне падает. Этим и отличается инвестор от обычного человека. То есть инвестор знает, куда вложить деньги и как получить доход. Оттуда 1000, оттуда 5000, оттуда 10 тысяч. Вот и получается хороший заработок от 30 тысяч долларов в месяц, понимаете? Вот как нужно мыслить, и этому я вас учу. В этом нету ничего плохого. Я создал свой продукт, я над ним очень долго трудился. Теперь я... А, кстати, еще, с консультацией идут заработки. Блин, я сейчас консультирую. Раньше я ставил консультации по 50 долларов в час. Потом я поставил по 100 долларов в час. Сейчас 200 долларов в час, потому что я абсолютно с этим не справляюсь. Я не могу со всеми людьми. Очень много заявок на консультации. Я не могу со всеми все обсудить. Я консультирую по поводу всего. По поводу заработка, по поводу инвестиций, по поводу мотивации. Рассказываю свои принципы, как у меня все получалось, и вот слушаю ситуацию человека и говорю, что ему нужно делать. Но
чтобы человек изменился, ему 100% это нужно сделать. Тогда результат будет 100%. Человек может послушать и сделать, как он захочет. То есть, еще раз, выбор всегда за вами, не за мной. То есть, если я вам что-то сказал, не обязательно вы должны это сделать. Вы подумайте и сделайте, как вам угодно. Вот о чем мой канал. Берите всю ответственность на себя. Надеюсь, уже не будет вопроса, да, откуда у меня вот столько денег. Раньше, когда я был, когда у меня не было денег, когда я получал там по $100 в месяц, когда был на абсолютном нуле, когда вообще даже не было за что купить поесть, я вот ту ситуацию помню и теперь не хочу туда возвращаться. И теперь, когда у меня появляются деньги, я их стараюсь куда-то вложить, куда-то инвестировать, какой-то новый проект, чтобы эти деньги приносили все больше и больше денег. У меня не один источник дохода, вот поймите это. Вы думаете, вот я тупо зарабатываю там на Алимтрейде, на Миноме, еще там где-то, вот только на одном зарабатываю? Да нет, конечно же. Я выстроил весь свой бизнес так, чтобы было очень много источников дохода. Там какие-то будут проблемы, тот источник будет приносить, еще там где-то будут проблемы, другой источник мне будет приносить деньги. Нужно вот свои риски, вот нужно себя обезопасить. Этому я тоже вас учу. Я вот понял, что нужно давать людям, и немного перестроил свой канал. Люди хотели, люди интересовались книгами. Сейчас я вот рассказываю людям о книгах, какие я книги прочел. Все лично на моем опыте. И вот сейчас я читаю книгу. Люди тоже могут поверить, что это все там бред, что это все подставное. Это я там ничего не читал. Блин, додумайте как хотите. Сейчас я читаю Стивена Кови, читаю его уже второй раз. Потому что первый раз я как-то не сильно проникся этой книгой. То есть ее, можно так сказать, поверхностно изучил. Вот эту вот книгу, она очень тяжелая, как по мне. Ну, по сравнению там с другими книгами, да, там с Наполеоном Хиллом, с Киосаки, там, еще с другими книгами. Вот эта вот книга показывает корень проблем. Вот это самое главное, корень проблем. Книга Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». И вот на своем канале я хочу тоже достучаться до людей, показать корень проблемы, потому что корень в их мышлении. Если я дам какому-то человеку в долг там деньги, это не решит его проблем, он потеряет эти деньги. Нужно копать глубже. Из-за чего у тебя нету денег? Потому что у тебя неправильное мышление, ты по-другому мыслишь. Человек взваливает всю ответственность на других. Дело так никогда не будет. Нужно брать всю ответственность на себя, нужно брать жизнь полностью в свои руки. Только тогда будут какие-то результаты. Вот этому я и учу людей: верить, мечтать, развиваться, много читать. Сейчас я уже начал читать где-то по 2-3 часа в день, потому что чтение — это самое-самое главное. Самое главное на пути к вашему развитию. Миллиардеры, миллионеры, все читают много книг. Уоррен Баффет читает 8 часов в день, представляете, 8 часов в день. Он какой-то там третий по рейтингу, да? Билл Гейтс, у Билл Гейтса состояние $90 миллиардов, читает 3 часа в день. То есть все миллиардеры читают. У этих людей своя библиотека. Есть, кстати, такое высказывание: у богатых людей большая библиотека, у бедных людей большой телевизор. То есть эти люди читают, эти люди столько уже знают в этой жизни. Представляете, сколько они знают? Они уже заработали все деньги, они самые первые в рейтинге. Вот эти вот люди уже до конца жизни могут ничего не делать. Путешествовать могут, покупать острова. Но они развиваются. Вот это вот и отличает их от обычных людей. Они развиваются, они читают, они все равно работают, они все равно там занимаются благотворительностью. Кстати, по поводу благотворительности, много писало мне подписчиков. Люди вот мне писали: рэпер, трейдер, давай я тебе дам денег, и ты от моего имени там вручишь это детям, да, или от моего имени поздравишь там, нуждающимся дашь. Можно, я так думал, даже написать какие-то слова, и я вот это вот все пойду на камеру, это все сниму и скажу: вот, например, от Светланы, там, пожелание от Светланы, и там, от Светланы вам, пусть немного, да, пусть там даже 500 рублей, даже пусть 1000 рублей, вот это вам от Светланы, она там, не знаю, с Новосибирска, Светлана, отлично, это вам там Запорожье, еще там кто-то с Украины переслал деньги. То есть объединять людей здравым мышлением, я думаю, это будет классная идея. Вот напишите в комментариях, что вы думаете. Вот собрать какую-то определенную часть и пойти раздать это бедным. Это будет классно. Если вы хотите присоединиться к моей помощи, хотите, чтобы я кому-то помог от вашего имени. Просто мне уже в личку написало, может быть, человек так 20. Именно с такой же идеей. Я не знаю, или они сговорились, но люди вот как-то придумали и тоже захотели помочь.
И это очень приятно. Вы не представляете, как приятно, что у меня на канале наконец-то нормальная аудитория. Вы видите, сколько лайков. Людям это нравится. Люди понимают, что это правильный подход. Сейчас у меня появляется очень много идей, как можно это все расширить, как можно вот обучать людей. Я вот недавно в Инстаграме запускал прямую трансляцию. Там я запускал вебинар Брайана Трейси. Я записался на вебинар и хотел, чтобы вы его вот послушали тоже. Я это все покупаю. Я вот этот вебинар купил за $1000. Я в это инвестирую. Я инвестирую в свое развитие. И вот я вот могу дать вам доступ к этому вебинару, я думаю, бесплатно. Вы тоже послушайте Брайана Трейси. Кто не знает, кто такой Брайан Трейси, пожалуйста, прогуглите. Это очень крутой чувак. Он написал очень много книг, около 80. Я прослушал очень много его аудиолекций, его аудиоуроков. Также прочитал еще его две книги. Так что это вам на заметку. Это тот человек, у которого нужно учиться. Вот прогуглите и тоже можете прослушать его аудиолекции. Так что, думаю, все у нас получится. Я еще хочу запустить одну рубрику в YouTube по поводу обучения, по поводу того, как нужно менять свое мышление. Думаю, все будет очень классно. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо за то, что остаетесь со мной, за то, что верите в это. Ну, можете уже начинать, не знаю, вот читать эту книгу, но эту книгу я бы советовал прочесть после всех книг. Вот эту вот книгу нужно прочесть уже в самом-самом конце, потому что она немного написана на другом уровне. Я, кстати, возвращаюсь, да, к определенным книгам. Я пересчитываю некоторые главы и у Киосаки, и у Наполеона Хилла, и у Бода Шефера. Мне очень нравятся книги Бода Шефера. Я перечитываю их, потому что есть там какие-то идеи. Я вот некоторые главы, которые для меня очень-очень были самыми важными, я их пометил, да, и бывает к ним возвращаюсь. А вот эту книгу я решил еще раз кардинально полностью всю пройти от начала и до конца. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо, что остаетесь со мной. Подписывайтесь, народ, в мой Инстаграм, дальше будет только лучше. Все самое свежее я буду публиковать в Инстаграме. Обязательно возьмите и поставьте лайк этому видео. Давайте покажем, сколько нас, давайте покажем, сколько людей вот с таким правильным мышлением. И я думаю, вместе мы изменим этот мир. Всем спасибо, всем пока.